Чтобы зимой было тепло, ударно поработать нужно летом. Теплоснабжающие организации города готовят оборудование к предстоящему отопительному сезону. На этом участке на улице Володарского аварии случались не единожды. В итоге было принято решение трубы, которым уже больше 30 лет, заменить. У новых под пластиковой оболочкой наполнитель пенополиуретан. Сама труба надежно спрятана, а если что-то и случится, то о повреждении просигнализируют вот эти датчики. У нас лет 7 ведется работа по установке системы операционного контроля, диспетчерского контроля. Все данные стекаются в нашу диспетчерскую АО «Гортеплоэнерго», где производится контроль. Гарантия на новые трубы не менее 20 лет. На улице генерала Хлебникова к работам приступили только на этой неделе. Завершить планируют 21 июля. Мэрия отслеживает общую картину по городу. Укладываются ли представители ресурсных компаний в установленные графики. Отремонтировать в этом году запланировано более 6 километров теплосетей. Больше половины уже готово. Работы проводятся везде, по всему городу. Там, где это необходимо, то есть за 2 года до проведения капитального ремонта проводится дефектация на основании аварийности участка, повреждаемости, года, когда он был построен, либо исходя из срока последнего капитального ремонта. На ремонт теплосетей в этом году будет потрачено 180 миллионов рублей. Время на работу еще есть. Если жилищный фонд к новому отопительному сезону должен быть готов 15 сентября, то тепловики могут трудиться до 1 ноября. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.